Сегодня мир борется с пандемией коронавируса. COVID-19 лишил нас покоя и привычного уклада жизни. В нашей стране больше 3 месяцев, как объявлен карантин. Отмечается рост заболевших. Более 100 случаев летального исхода. 20-21 июня в Алматы и нескольких городах вводятся дополнительные меры по соблюдению карантина и ряд ограничительных мер. Глава государства поручил взять под контроль обстановку в стране. О текущей ситуации в стране гигиенист, доктор медицинских наук, академик Арай Толемисова. Да, коронавирус тот же. Просто она в нашу страну пришла бессимптомно, мы говорили. Но это не говорит, что этого нету, этого вируса. Это есть. Это очень опасно. Бессимптомно – это просто нету тяжелой формы. А причина этому мы говорили, что ранее, что это из-за иммунитета. То есть территориальное изменение. То есть, когда переходит от одного на другой организм, она ослабляется. И это раз, одна форма. Вторая – это значит изменение иммунитета. То есть, наша страна, наша питательная среда, иммунитет наш, естественно, его воспринимает. И она принимается в легкой форме к нам. То есть, где есть ослабленный организм, есть какие-то сопутствующие заболевания, естественно, когда в любом случае, когда вирус идет, она идет, когда вирусом, гриппом болеете, она обязательно дает побочный эффект ослабленным организмом, она больше боли чувствуется. Поэтому эти ослабленные органы дают резкие ухудшения, и сразу она выявляется, да, тяжелой формой. А так, в самом деле, этот вирус протекает как вирусный, как ОРВИ, как грипп. Но она по сравнению с ними, она и тяжелая, поэтому она называется многогенная. То есть она может быть, клиника может быть меняться. То есть идет кашель у кого-то сразу температура реагируется, у кого-то позже температура проявляется, боли бывают в животе, боли бывают в головные боли, ЖКТ, то есть все. А далее 3 дня температура, субфебрильная температура, то есть она резкая, тяжелую форму дает. А далее, когда идет ослабленный организм, она дает ухудшение. Но, естественно, в первую очередь она дает легкому, то есть пневмония, то есть тяжесть в грудной полости и идет одышка, дыхание тяжелое. Вот это дает ослабость. И вот такой форма. Но, естественно, когда бессимптомно, когда даже субфебрильная температура, люди, которые ходят на улице, они могут и не говорить, что субфебрильная. 37 до 38, это называется субфебрильная, да, у нас. В последнее время все чаще стали говорить о бессимптомных больных. Кто это такие? Чем отличаются от обычных явных зараженных? Когда идет бессимптомная, она опасна заражению. Поэтому, конечно, наша страна молодцы, что мы активизировали, сразу приняли и дали сразу карантин ввели. Но я думаю, что немножко раньше мы сделали. А далее, конечно, долго держать людей тоже было. Но сейчас, когда идет очень большой пик, я думаю, это мое личное мнение, тогда надо было хотя бы на 20 дней продлить, или же сейчас нужно объявить карантин. На хотя бы на месяц. Когда дали свободу, люди все вышли на улицу и забыли все защиты. То есть никто не носит маски, никто даже о перчатках слов нет. Я понимаю, что на улице жарко, что тяжело носить, естественно, но, однако, вирус есть. Люди говорят, почему вы нельзя запрещаете, почему ставите карантин? Потому что, как бы сказать, они хотят заработать деньги, идти на работу, все прекрасно понимаем. Но если расчеты проводить, чем потом платить на лечение, лучше бы заранее предотвратить. Это и есть ранняя диагностика, это и есть профилактика. Пандемия не зря назвали, потому что есть опасность этому вирусу, поэтому надо, еще она не закончилась. Но я думаю, что врачи наши сильные, грамотные, поэтому паниковать не стоит этому, это надо воспринимать. Потому что есть люди, которые узнают, что не коронавирус, они больше поддаются на панике, и она больше ухудшается. Поэтому это психологически тоже травма идет, она быстро развивается в заболеваемости, быстро приведет к тяжелой форме. В связи с этим я предлагаю, хочу сказать, что паниковать не стоит, надо воспринимать так, как есть. Она так же, как
грипп, но она немножко в тяжелой форме, но надо защищаться, защитить своих детей, родственников. Для этого нужно просто личную гигиену соблюдать, и надо принимать, ходить в масках и обрабатывать свои руки. Это подвиг. Доктора, медицинские сестры сегодня на передовой. Рискуя собственным здоровьем, жизнью, они спасают, борются за каждую жизнь. Накануне я хочу воспользоваться вашей передачей, поздравить своих коллег с наступающим праздником, потому что это действительно праздник врачей, и этого заслуживают все наши врачи. Поэтому действительно, когда эта пандемия получилась, они начали обращать на суть работы, начали ценить врачей. Цените, берегите своих врачей. Это те люди, врачи, которые любят свою профессию. Не все могут попасть в эту профессию, согласиться работать с этой профессией. Поэтому это те люди, которые уверены в себе, которые хотят помочь людям, у которого есть душа. Без души, конечно, это не может быть. Поэтому, уважаемые коллеги, хочу поздравить вас всех с праздником, здоровья вам и процветания. И я хочу сказать, мы все с вами вместе решим эту проблему и победим. С профессиональным праздником вас, дорогие доктора, медицинские работники. Склоняем головы перед вашим профессионализмом, гуманностью. Низкий вам поклон.